Повысить профессиональное мастерство приехали более 30 танцоров. Это руководители хореографических коллективов со всех районов и городов области. Первое занятие открыл Александр Балабанов. Чечетку увлекся еще в 90-е годы. Долгое время был солистом ансамбля «Ивушка». Сегодня Александр единственный в регионе, кто профессионально занимается степом. А все остальные направления есть. В Тамбовской области абсолютно и в Тамбове все направления проводятся периодические семинары. А степ-танца нету в Тамбове. Поэтому вот решили попробовать, что это, как пойдет. А вдруг пойдет? Вот тогда будем видеть на сценах наших подмостков чечетки степ-танец. Обучающий семинар продлится 4 дня. После практических занятий участники посетят открытые уроки студентов колледжа искусств и ансамбля «Тамбовчата». А в пятницу прошедший семинар артисты выйдут на сцену с отчетным концертом.